преобразователь. Имеем аккумулятор. Аккумулятор идет на электронный предохранитель. Потом амперметр 30 ампер. Толстый провод. Этот потом нужно будет тоже подключить. Потом идет на так называемый ZVS-драйвер по-английски. Два транзистора и RLZ44N между им истоком и стоком по варистору 30 вольт. Да, ну и без них работало, но может что-то спасут. На затвор 500 Ом резисторы, диоды LF5400. 4 между затворами и стоком по 10 кОм резистор. Стабилитронов нет. Тут на плюс идет, на конденсатор сглаживающий. Потом вот такой дроссель, он греется. Его провод, наверное, слишком тонкий. Вот это 1 мм квадратный. А этот вот немножко потоньше, может 0,75. Потом тут по 8 витков. Первичка на феррите намотана. Потом конденсатор 0,47 микрофарад параллельно стоит. Потом диодный мост выпрямительный. Из 4 диодов. Потом на конденсатор 1 микрофарад и на нагрузку 116 ватт. Я подключу. Потребляемый тут где-то 11 ампер, но тут он может немножко неправильно показывать. Не знаю. Он может слишком много немножко показывать. 11 умножить на 10, это уже получается 110.